Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире «Beauty Time». Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Настоящую женщину отличает желание и потребность хорошо выглядеть. Но, к сожалению, в бешеном темпе современной жизни на это постоянно не хватает времени, да и повод не всегда находится. Впрочем, последний вопрос решаемый. Эта встреча объединила сразу несколько специалистов модного направления. На площадке известного бутика собрались стилисты, дизайнеры аксессуаров и все те, кто занимается преображением женщин как внешним, так и внутренним. Мы много лет шли к тому, чтобы начать заниматься моделями, женщинами разного возраста, ну и старше, конечно, 35. До 35 все красивые женщины, девушки, это просто дар природы, а вот после 35 женщина только с помощью труда над собой, да, может хорошо выглядеть. И для меня очень важно создать такой образец для подражания, некий и такой идеал женщины в разном возрасте. Встреча в бутике Елена Миро посвящена презентации новых брендов, а также знакомству с эксклюзивными украшениями ручной работы. Мы просто соединили как бы три составляющих. Это красивая осанка, красивая одежда, ну и, конечно, аксессуары, которые мы сегодня презентуем с помощью нашей любимой Натальи Бузинара, которая теперь редко, к сожалению, бывает в России, но она привезла авторские украшения. Настолько все эти вот три составляющие, три компонента очень высокого уровня. Наталья всегда возит эксклюзивные вещи. Она сегодня привезла бусины, которые в единственном экземпляре и украшения в единственном экземпляре вообще в мире находятся. И несколько коллекционных бусин она привезла от художников из Венеции. А я думаю, что из-за того, что сейчас есть доступ не только к журналам, но и ко многим соцсетям, к информации, женщины стали понимать, что не всегда обязательно следовать моде, чтобы хорошо выглядеть, что б, можно найти свой стиль и всегда быть интересной, сексуальной, и всегда быть привлекательной. Я очень много лет уже собираю украшения, и у меня гигантская коллекция компонентов. Я ее везу со всего мира. Из Франции я везу перламутр, и я его очень люблю. Я работаю уже, скоро, наверное, уже будет 20 лет в компании Сваровски. У меня очень большая коллекция кристаллов Сваровски. И я не делаю эскизы. Я все делаю по наитию и по душе, как мне нравится. То есть, когда у меня перед глазами вырисовывается украшение, я его собираю. Бывают моменты, когда я 2 недели не подхожу вообще. А потом с утра до вечера я сижу и за день могу сделать 10-20. Вот совершенно. Я с утра до вечера работаю, и это мне доставляет удовольствие. У меня есть специальный авторский курс по аксессуарам. Я провожу семинары, где сочетаем и теорию, и практику. Поэтому на своем опыте могу сказать, что аксессуары – это последнее, чем начинают заниматься женщины, те, кто встали на путь красоты и моды. Этому тоже нужно учиться. Как мы изучали в школе математику и географию, точно так же нужно заниматься и модой. Этот обеденный перерыв оказался изысканным и легким. Жаль, что прошло все очень быстро. Но ведь это не последняя встреча, будут и другие. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Тенденции, которые формулируют модные эксперты, трансформируются в зависимости от погоды, личных предпочтений, возраста и ситуации. Свое видение моды осень-зима 17-18 представляют специалисты салона одежды Роман К. Наша команда Роман К. с удовольствием подберет вам образ в любом стилевом направлении. Наша одежда предназначена для девушек и женщин из стандартных и больших размеров.
Замша и бархат – фавориты этой осени. Представлены в романтичной модели платья сложного горчичного оттенка, а также в элегантном костюме серого цвета. Пижамный стиль, расслабленный и порой провокационный, по-прежнему любим модными дизайнерами и их поклонницами. В сдержанных оттенках и украшенные кружевом, такие костюмы выглядят достойно, не говоря уже о том, что в них очень комфортно. Это же относится и к костюмам в стиле спорт-шик. Платье оверсайз – лидер модных предпочтений уже не первый сезон. Свобода стиля и свобода кроя, комфорт и непринужденность. Преимущества одежды оверсайз не вызывают сомнения. Один из оттенков этого сезона – красный гренадин. В этой коллекции встречается в экстравагантной подаче. В таких моделях вы точно не останетесь незамечены. Ну и несколько идей на тему женственности. Платья, декорированные кружевом, рюшами, сеткой и другими невесомыми материалами. В общем, выбрать есть из чего. Разнообразие дизайнерских идей свидетельствует о том, что этот модный сезон не должен быть скучным. Сегодня у нас стартует новая рубрика «Подтянись к Новому году». Подтягивать будем и фигуру, и лицо, и всех красивых людей из своего окружения. Итак, первая серия нашего эстетического эксперимента. Избавиться от лишних сантиметров и лишних килограмм в преддверии важного события можно с помощью аппаратных косметологических методик. Одна из них – «Криолиполис». Крио – это заморозка, липолиз – это разрушение. И разрушение жировых клеточек. Здесь идет именно заморозка жировых клеток, которые у нас замерзают, отмерзают, прекращают свою работоспособность. И с процессами наших обменов в организме они у нас выходят все наружу. Убрать какие-то небольшие локальные жировые отложения – это наши бока, наш животик, внутренняя поверхность плеча, внутренняя поверхность бедра. Время воздействия полчаса, делается процедурка один раз в месяц. Эффект после криолиполиза наступает постепенно. Количество процедур назначается индивидуально. Это зависит и от телосложения, и от размера платья, которое вы присмотрели к торжеству. В Центре наука красоты сотни услуг для преображения. Коррекция фигуры методом криолиполиза – 2000 рублей за сеанс. Миндальный пилинг – 1750 рублей. Маникюр с покрытием гель-лак – 800 рублей. Улица Косарева, 63, телефон 77-88-177. Открылся магазин женской одежды «Роман К» в ТРК «Фиеста». Модная одежда стандартных размеров, а также стильные модели размеров плюс сайз. Каждые выходные в нашем салоне акции «Роман К», ТРК «Фиеста», второй этаж, рядом с ДНС.
С 23 по 26 ноября выставка «Индустрия красоты». Новейшие средства по уходу за кожей и волосами, профессиональная и декоративная косметика, оборудование для салонов красоты, материалы для маникюра и дизайна, аксессуары и инструменты. Среди специалистов пройдет чемпионат по ногтевому сервису, спа-шугарингу, парикмахерскому искусству. Также на выставке будет работать ярмарка вакансий от ведущих салонов города. Все для молодости и совершенства. В ТРК «Гагарин парк». Труда 183. В наши дни со всеми возможностями бьюти-индустрии можно создать любую прическу любой длины. Но, несмотря на это, то, что даровано человеку природой, по-прежнему ценится высоко и вызывает удивление. О том, как маленькая девочка из Челябинска попала в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос, смотрите прямо сейчас. Маленькая Вероника – необычный ребенок. Несколько месяцев назад она попала в книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос в возрасте 3 лет. Это самое единственное, наверное, у нас поколение в семье, то, что ни у кого не было длинных волос. Потому что все рождались там либо лысенькие. Ну, мама мне говорит, что я родилась с длинными волосами, но потом они у меня не росли. А у Вероники они как… она родилась под каре. И все, пошло. Это с учетом того, что мы еще обрезали на 15 сантиметров ей волосы. У нас было бы ниже колен даже. Идея заявить о рекорде принадлежит двоюродной сестре Веронике, Анне, которая серьезно взялась за изучение этого вопроса. Я смотрела видеоролики на сайте YouTube и наткнулась на видео под названием «Самые длинные волосы в мире в 5 лет». После того, как я посмотрела это видео, я подумала, у моей сестренки довольно-таки длинные волосы для ее возраста. Я рассказала эту идею родителям Вероники. Она им понравилась, они поддержали, и вот уже через несколько дней мы начали воплощать ее в реальность. Предыдущее достижение было зафиксировано год назад. Тогда еще семья юной рекордсменки не знала о том, что заочно считаются победителями. Мы посмотрели. 3 года, 54 сантиметра. Просто так смерила, у нас 82. Думаю, ну 54-82 – это очень огромная разница. Все, решили, сняли видео, подали заявку. Вероника получает предложение от модельных агентств. Но родители не делают на этом акцент и предоставляют выбор ей самой. Тем более, что маленькая Рапунцель уже выбрала занятие по душе и делает успехи в художественной гимнастике. Я спрашиваю ребенка, если у ребенка есть желание, соответственно, как бы я исполняю ее желание. Если она скажет нет, то значит нет. У меня нет такого, то, что я прям надо, еще что-то. Как бы нам хватает всего. Я думаю, то, что она уже вполне взрослая, принимает решение сама. А вот ты на гимнастику ходишь, какие вы там упражнения делаете? За скакалкой прыгаем. Скажи, пожалуйста, а на гимнастике трудно гимнастикой заниматься? Да. А что там трудного? Трудно прыгать на скакалке, трудно дышать. Так. Такие длинные волосы, несомненно, доставляют много хлопот и требуют особого ухода. Но Вероника терпеливо переносит все это и стричься не собирается. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Одежду принято делить на ту, что выполняет защитную функцию от холода или жары, и на ту, которую мы носим исключительно для статусности. Сегодня в нашем обзоре сезонных коллекций мы поговорим об одежде, которая дает возможность красиво и расслабленно пребывать в неформальных ситуациях, отключаясь от напряженной суеты. Для таких случаев идеальны мягкие трикотажные костюмы спокойной цветовой гаммы. Блестящие детали в таком случае подчеркивают желание выглядеть эстетически. На это же работают шарфы и нетипичные для спорта принты. В
звездный принт или звездные аппликации тонко и иронично расскажут о вашем нежелании быть в тени и привлекут необходимое внимание. Еще одно предназначение подобного аутфита – это путешествие, когда хочется скружить себя комфортом и поддержать градус стиля. Минимальный эффект при минимальном восстановительном периоде – это, пожалуй, главное требование к современной эстетической медицине. Удается ли ему соответствовать и как именно? Смотрите прямо сейчас. Развитие эстетической медицины, инновации в косметологии – это не просто громкие фразы. Это возможность современному человеку жить, не смирившись с эстетическими дефектами, а иметь возможность исправить их без лишних рисков и осложнений. Рубцы, растяжки, угревые высыпания, покраснения и расширенные поры – с этим сегодня борются с помощью аппаратной и инъекционной косметологии. Спектр проблем, которые решает в данный момент косметология, очень широк. Это и медицинские показания, коррекция дефектов лица, коррекция овала лица, удаление морщин, уплотнение кожи. Также еще косметология позволяет бороться с эстетическими дефектами, излишний рост волос, потоотделение, которые приносят достаточно большой дискомфорт. Инновационные открытия в косметологии позволяют отказаться или надолго отложить хирургическое вмешательство. Самые передовые аппаратные методики представлены и в нашем городе. Их названия известны врачам-эстетистам всего мира. Фотобиомодуляция, аппарат LED-терапии, фотокея. Данный аппарат позволяет использовать регенерационные свойства кожи, позволяет проникнуть активным веществам вглубь кожи с помощью специальных масок, дополняющих эту процедуру. После хирургических вмешательств, после той же имплантации, после нитевого лифтинга можно назначать этот аппарат. Поврежденные области начинают быстрее заживать. Аппарат криореполиза Zimmer – это не операционный, безболезненный криолиполиз. С помощью этой процедуры уменьшается жировая складка. Если через 6-8 недель мы сможем снова захватить эту складку, то необходимо провести повторную процедуру. Объемы значительно уменьшаются. Вот по практике хочу сказать, что и 5 сантиметров, и 8 сантиметров после одной процедуры есть. Фракционное лазерное омоложение Фраксель – это своего рода шлифовка ткани с помощью высоких температур, которые обеспечивает лазерный луч. Технология позволяет быстро и практически безболезненно избавиться от целого ряда проблем. Удаление мелких морщин, выравнивание текстуры кожи, улучшение тургора и цвета лица, избавление от пигментации. Также работаем на тех местах, где есть рубцы, растяжки, следы от угревой болезни. Уникальность методики заключается в том, что внешние покровы кожи остаются неповрежденными, в то время как во внутренних слоях запускаются процессы восстановления. Благодаря тому, что стимулируются регенерационные свойства, начинается строительство нового коллагена, эластина, новых клеточек, поэтому кожа становится более плотной, сияющей, здоровой. Еще одна тенденция косметологии связана с комплексным подходом. Инъекционное и аппаратное направления не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. В помощь им классическая косметология с профессиональными салонными программами и домашним уходом качества люкс. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Сони Кривой 30. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет уникальные аппаратные технологии за один час. Красота и здоровье с максимальным комфортом.
Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200-33-95. Студия Jet Set – это современное ателье в центре Челябинска. Индивидуальный пошив одежды на самом высоком уровне. Актуальные ткани, стильный дизайн, новейшие технологии, высокое качество и гарантированный результат. Студия Jet Set – место, где в уютной атмосфере создаются любимые вами вещи. Студия красоты Гуфа. Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Еще больше новостей о красивой жизни, новости и анонсы модных событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.